Тебе вам прогнозик? Гаурос. Смотрим, кто у нас, что у нас будет в пике. Рыцари с копьями. Много синих коней, смотрим, куча железа, Мадао. Восточные мечники, гвардейцы, фаланги, продвиги, даже одни эльбарды присутствуют. Много фаланг, ожидаются кони у ребят, стража, Мадао, яйца, шанжишки, огнеметы. Каждый болеет за своих, я рад, что вы болеете и за Сефа, и за Рос. Даже присутствуют западные застрелы. Ну что ж, пусть рассудит игра и выиграет сильнейший. Могу только пожелать удачи обеим командам. Ну, сам я, конечно, болею за Рос, так, единственная команда, которая представляет РУ-сообщество. Не именно в этой игре, я имею в виду, из всего, из всей лиги. Так, чем будут отвечать у нас сефы? Сефы есть ли у них? У них тоже, в принципе, много мушкетов. Сейчас они должны подтянуться под стену, начать ломать. Одного сняли случайно, походу, с балика. Но это не беда. Ломаться должны сейчас пушки. Розы заняли неплохую оборону. Стреляют, пока возможность есть, пока есть, накидывают. Башни поехали, сефы, почему-то мушкеты сефов не активируются, под стену не бегут, ничего не ломают. Непонятно почему. Есть первая стационарная слева пушка была сломана, это очень долго, вот эти три пушки могут и сломать. Монтеки убивает второго сефа, как понимаю, с балика убивает. Начинают, наконец-то, мушкеты подтянулись под пушки, вторую пушку сломали, балик, который уже убил двоих. Это все-таки КД времени при респе. Ставятся лесенки, но вот эти три пушки неплохо стреляют вот в эту башню. Башня осталась пол хп, если бы они стреляли сразу бы, наверное, но они не роза не стреляют в башню, они стреляют по солдатикам, которые идут. Залазит сеф на первый наверх. Алебарда не боится, ломает. Я думаю, он сломает пушку. Но розы им даже особо не мешают. Да, забегает. Скатываться по лесенкам никто не мешает, только через F. Но просто если спрыгивает, то нормально. Еще залазит. Да. Уже треть команды почти залезла. Розы начинают оттягиваться назад. Будут ли они дефать плюс? Нет, плюс свободный. Забирайте. Алебарда уж слишком далеко залазит, могут ее наказать. Тут, возможно, в любой момент может поменяться, но розы потихоньку сматываются вниз. Я думаю, у них-то давайте посмотрим, что у них тут выстроено. Синие кони, две пачки, восточные мечники, гвардейцы. Треп первый пошел в плюс, смотрим, ли дойдет он. Но это как-то треп даже не под атаку, то есть ничем не отвлекается. Первые три ядра в никуда, если только сейчас... Туда заведут случайно люди. Нет, мимо конь не пробегали. И в коней мы не попали. Точка в этот момент у нас каптится. Сеф уже находится часть на лесенке. Понимаю, тут застрелы западные. У них 6 бросков. Первый пошел. По героям, походу. Нет, по синим коням. Как-то даже, по-моему, никого не шотнул. Синий конь отвечает туда, они спокойно добрасывают, они добрасывают до самого верха. Сефа переходит
по центральной, по кишке они не идут, как я понимаю, может быть, будут выстраиваться по спуску по той лесенке и по спуску под этой лесенке. То есть заход на плюс и заход на точку С. Один большой глоб, один прорыв. Тянут войска, давайте пока их чекнем, что у них есть. Шинжихи, урос, синие кони, но они не особо что-то собираются в дефице, видно. Может быть, палатку будут больше отбивать. Продвиги, железная стража. Еще один треп пошел, я не понимаю, почему такие требы. В пустые места вот такие вот, они не должны возникать, такие требы. Контролируют здесь восточные мечники, гвардейцы, выгоняют обратно. Непонятно, что происходит, почему здесь идет фарм. Вот это вот застрелы, яйца, вот броски, они не закинут туда. Так, балкончик там чист. Кто не лазит лишний? Не в ненужном месте. Знатный кельтский трек. Ну, пока, если честно, пассивная игра от Цефа. Им, не знаю, неужели они хотят просто перекидать их? Очень много урос синих коней взято, поэтому я не уверен, что они их перекидают. Тут просто вот забросы идут и умирают. И что они ждут? Им надо идти в атаку куда-то, в два глоба, но они себя поделили уже на три части. Кишки там нету, никто не стоит. Так. Что-то надо придумывать. Что-то надо придумывать с Эфом. Пока идет стояние. Стояние, стояние, стояние. Приветствую, Актуэль. Пока задержку, да, девчонок качал. Приветствую. Привет, Псакин. Девчонок качал на хил. Ну, я не понимаю, в сефов они стоят, их закидывают, они водят отряды справа налево и слева направо. И кидают трибушеты в пустые места. Это очень грустно. Вот опять трибушет. Там очень много синих коней и долго готовятся. Долго-долго готовится. Еще один треп идет опять в никуда. Нет, это, вот этот треп попал. Первый треп, который попадает. Ну, там остается буквально, я тоже не считал бы, что он попал особо. Потому что там осталось буквально, ну, 5 коней, 5 синих коней на трибушет. Это, ну, такой вот, если вспомнить трибушет, который закинули розы под С. Похоже, начинается первая атака. Тут уже шинжишки начали наконец-то закидывать. Неплохо зашло от сефов шинжишек. Ну, рядом плюс. Хельцы, деды так быстро не умирают. Надо было шот с двух шинжишек давать, чтобы они умерли. Здесь, как понимаю, провоцируют. Розы провоцируют их. Сефы не ведутся. Так, первый заход пошел. Сефы начали спускаться. Треп скинут себе, то есть под ноги. И они, как получается, не могут зайти. Еще и в башню сверху попадает. Эх, нет, нет, не идите. Ну что вы? Выдержка, выдержка где? Ну вот они стоят, их закидывают, они еще все треп по одной кинули. Ужасная вот игра сефов от требов. Спуск идет на плюс. Рост здесь продавливают. И неплохо идут они сефы на точку С. Но я не знаю, они еще не встретились с основным глобом. Плюс они забирают. Розы должны как-то отдефать этот плюс. Залетел туда герой, сбил. Здесь розы неплохо дефаются, и весь глоб начинает тонуть. Забрали цефа плюс, но их также до сих пор закинывают синие кони. Треп идет под роз, скорее всего, должен попасть, если они не выбегут. Но они успевают пробежать, а синие кони не успевают добежать. Не везет цефам с требами, отдают они своих шинжишек. Почти сефа забрали плюс. Им бы забрать плюс. Нет, им не дают забрать плюс. Сюда забегает просто то герой, то как кто-то с отряда. И все, избивает им. Сейчас, если вот этот глоб дванется в плюс, то они не смогут здесь ничего сделать. Поехали синие кони, броски. Конечно, сейчас будут закид. Даже если плюс заберут, здесь додавят они.
Залетают самоотверженно, конечно, розы. Треп дается под заход. Ну, тут больше РДД у роз, потому что много синих коней. Вон шинжишки стоят, вытесняют просто. Розы X плюса. Новый заход идет с F сверху. Пять минут тем временем осталось. Потери 249 на 335. У сефов чуть-чуть побольше. У роз поменьше, но, в принципе, войска еще есть для того, чтобы заходить. Сефы умирают потихоньку. Грубятся на лестнице справа. Меняют, идут отряды на плюс. На бэшке, кстати, стоят прикрыто. Бэшка прикрытая стоит. Восточный мечник и гвардейцами. Лесенка прикрыта. Мадава. Треп опять в никуда. Мы видим вот всю игру. Вот такие требы. Это очень грустно. Я надеюсь, сефы пересмотрят после игры, что вот такие требы давать, но ни в коем случае нельзя. Это ужасно. Вот треп и как бы нет. Как бы вот им заход бы делать и в то место, куда будут сходиться они, держать, где они предполагают. Держать роз, им давать туда бы треп. Поменяли синих коней не всех, как я понимаю. Поставили только двух, но больше фаланг, мадал взяли. Мечники, гвардейцы, шинжишки. Что взяли у нас с сефа? Давайте посмотрим. Основной глоб у нас здесь. Да, те же самые отряды. Продвиженцы, фаланга, ВМГшки, яйца. Долгий очень групп. Они себе оставляют буквально вот время на одну атаку. Вот эти вот западные, западные застрелы кидают. Я не понимаю, они здесь кидают уже минут 4. 3-4 они были и на этой лесенке, и на той. И, видать, и побегали. Вот треп первый должен попасть в этот плюс, а сейчас кони не съебутся. Ну, кони сваливают, как только первый треп. Очень хорошо смотрят розы просто за небом. И вот этот треп мог бы залететь, если бы заходили под атаку. Под атаку был бы, да, на этот треп. Я не понимаю, чем, как они, зачем, зачем такие требы вообще давать? Что они хотят добиться данными требами? Вот игра закончится еще быстрее. Пошли, и сефы наконец-то в атаку. Спуск лестницы идет. Я не вижу второго глоба, который бы спускался. У них очень много отрядов где-то бегает. Как понимаю, даже не дождались основную массу и пошли какой-то разбивочный. Там буквально один отряд на той лестнице. Здесь 5 героев. Каратыш убил с отряда, как понимаю, с отряда героя шотнул в толпе. 4 героя спустились, но здесь глоб не меньше, чем, в принципе, сефов. Остальная масса заходит на точку Б. С другой стороны, здесь роза держит. Как понимаю, это отвлекающее. Здесь роза, скорее всего, победят. Давайте посмотрим здесь. Вот здесь победят сефы. Потому что основная масса, как я понял, здесь сместилась в кишку. Здесь перебили у них всю стражу. Стражу дали в натиске продвига. Это очень тоже грустно. Да, здесь сефы оккупируют. Сейчас посмотрим, как будет перетяжка. Дан треп, но, как понимаю, слишком рано. Он, скорее всего, попадет. Может, даже по героям. Розам нужна перетяжка. 2 минуты. Не знаю, им надо решать либо бросать точку, либо прыгать туда по очереди. Сейчас посмотрим, что сделают розы. Розы уже бегут, я вижу по карте с правой стороны. Там гонят одного синенького буквально. Да, вот, подходят отряды. Почему так много залетают кони? Нет, сместили они, сожрали, вынесли. И не жестко, ну и думаю, здесь уже будет победа. Победа, конечно, роз, потому что не успеют они перегруппиться и зайти куда-то уже основательно. Оставили одного героя на С. На плюсике бегают пару человек, наверное, меняют отряды. Ну, естественно, кишку закроют, потому что здесь выбора уже нет больше. Балкон пуст. Здесь опять взяты тоже синие кони. Поздно они взяты. Думаю, тут самое интересное сейчас развернется вот в этой кишке. Самое прямо вот так. Оп, схватил, унес. Аякса унес. Мушкет выпрыгивает. Выпрыгивает просто из этого мяса. Это же значит мушкет. Когда у него есть сальтушка назад. Много-много синих коней туда заводят.
Думаю, сейчас даванут розы, прямо туда старт пойдет. Да-да-да, идет. Идет она, толпа пошла, там одни кони. Продвига вперед, восточные мечники, а тут одни синие кони в пике. Прямо очень много синих коней в пике. Отрядов 6 или 7. А здесь одни мадау, продвиги и мечники. О, да тут одни пики. Сейчас-то все понесут. Да, жестко прут. Вторая победа за розами. Поздравляем их с победой. Так, следующая игра у нас будет в 23:00.